19 июля исполняется год с момента возвращения населения в село Агалы Зангеланского района. Именно в этот день в прошлом году первые семьи смогли вернуться в свое родное село спустя 30 лет. По поручению президента Ильхама Алиева в селе Агалы Зангеланского района был реализован первый пилотный проект на освобожденных от оккупации территориях. В построенном селе Агалы применены современные градостроительные стандарты, такие как умное освещение улиц, строительство 200 теплых и холодоустойчивых экологических домов, установка солнечных батарей. На сегодня в Агалы построена школа на 360 ученических мест и детский сад на 60 мест. Отметим, что в рамках следующего этапа планируется построить еще 150 домов. Также для бесперебойного обеспечения села энергией была построена гидроэлектростанция турбинного типа «Архимед» на реке Хакари. Станция, на которой установлены три генератора, способна полностью удовлетворить потребности села Агалы в электроэнергии. В целях обеспечения доступа к государственным услугам и улучшения благосостояния граждан в селе созданы центры АСАН, ДОСТ, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, услуги Государственного центра аграрного развития, а также школа, детский сад, медпункт и объекты общественного питания. Особое внимание уделено развитию аграрного сектора. Пилотные системы орошения установлены на большом посевном участке площадью 157 гектаров, расположенном на окраине села. Здесь планируется строительство климатических станций, которые позволят получать ранние предупреждения о заболеваниях растений, проводить планомерное орошение и получать сводку о погоде. На сегодняшний день в село Агалы Зангеланского района переселено 420 человек из 86 семей. В настоящее время ремонт домов, построенных в сельской местности, продолжается, и после его завершения будет осуществлено очередное переселение семей.